Привет, ты смотришь «Фастфуд», возможно, самые быстрые новости в мире. Поехали! В Самаре по подозрению в терроризме задержали мэра небольшого английского городка Чиппингхэм в графстве Уилчер, который вместо собора фотографировал трамваи. Наследный принц Норвегии Хакон во вторник на торжественной церемонии в Академии наук в Осло вручит российскому математику Якову Синаю Абелевскую премию, одну из самых престижных наград в области математики в мире. Бывший администратор сайтов USA Virus и USA Torrents Ричард Хамфри, отсидевший в американской тюрьме 2,5 года за нарушение авторских прав, пожаловался на то, что в исправительном учреждении показывают пиратские фильмы. Целая серия зарубежных интернет-ресурсов частично вышла из строя для пользователей по всему миру из-за аварии интернет-кабеля, соединяющего Европу и США. Об этом сообщается на сайте компании DigitalOcean. Житель штата Миссисипи был приговорен к 25 годам тюремного заключения после того, как признал себя виновным в отправке писем с ядом рицином президенту Бараку Обаме, сенатору и судье, передает Reuters. В Шотландии задержали серийных похитителей садовых гномиков. Правоохранительные органы поймали предполагаемых похитителей гномов, когда досматривали их машину. При обыске молодых людей были обнаружены 33 садовых фигурки. А на этом у меня все. Скоро увидимся. Пока-пока.